Вчера, 23 марта, в Ахтменской гимназии проходило мероприятие, ставшее уже традиционным для учебного заведения – лагерь робототехники. Первый раз лагерь проходил в прошлом году на весенних каникулах. Этот увлекательный двухдневный лагерь, по словам зауча основной школы Альбины Ржевской, Ахтменская гимназия смогла организовать при поддержке Кохтло-Ярвенского городского управления и Союза самоуправлений Идавирума. Эти два дня организаторы разбили на две части, которые состоят из соревнований роботов и экскурсии в Таллин, где ребята смогут посетить Таллинский технический университет и познакомиться со средствами современных технологий. На мероприятии собралось много умников и умниц из разных школ нашего города. Участвовали Малевская и Таммикусская основная школа Юхви, Ярвенская русская гимназия, а также ученики из Нарвы. Мероприятие рассчитано на то, чтобы поддержать интерес учащихся для развития технических средств, для развития робототехники. Ребята проявляют огромный интерес к таким мероприятиям, и, как вы видели уже сегодня, что зал полный. И ребятам нравится, и дух соревнования такой у них присутствует. Вчера состоялось соревнование роботов-футболистов, причем роботов команды создавали прямо на месте. Всем командам с разных школ был выдан базовый комплект роботов, был выдан также комплект запчастей, и ребята уже здесь конструируют. Они могут здесь проявить свою фантазию, свою выдумку, все свое творчество. Они это все воплощают в свою вот эту модель, и уже эта модель тогда на соревнованиях показывает счет, кто выиграл, кто проиграл. Но, конечно, победители у нас всегда побеждает дружба, всегда это самое главное, что детям интересно. Мы очень поддерживаем их интерес именно в этом начинании. И это начинание привело к тому, что у Ахтменской гимназии появился свой талисман, который ребята всегда берут на разнообразные мероприятия в детские сады и школы. Это робоподобный человек. Мы его собирали 2 месяца с ребятами. Мы хотим, чтобы он мог ходить и как минимум танцевать. Он также у нас запрограммирован по программе, он может ходить. Сейчас я вам это продемонстрирую. Собирали мы его на базе комплекта обычной. Мы в него дополняли всякие детали. Сначала у нас сильно не получалось, потом мы собрались и у нас получилось его собрать, чтобы он начал ходить и двигаться. Есть у гимназии и свои модели автомобилей из Лего. Я собирала данное Лего 2 месяца. Я собирал эту модель, потому что я хотел, чтобы у нас было как можно больше интересных автомобилей из Лего. Мы собираем пока что для школы. Потом это будет как выступление в разных школах, выступление в садиках и на родительских собраниях. Альбина Ржевская сказала, что у них на мероприятиях всегда побеждает дружба. Но для ребят был приготовлен сюрприз – дипломы за активное участие в соревнованиях робототехники с медалями. Причем последние изготавливались на 3D-фрезерном станке Ахтменской гимназии.